Привет, друг, с тобой Эван. Продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И сегодня, как ты понял по названию видеоролика, у нас будут копты. Немножечко я решил вернуться в атмосферу 2013-2015 годов, в атмосферу сампа, коптов, войну за территории. И решил сделать это на сервере Smotr Rage в GTA 5. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере мне свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, буквально еще в сампе на Arizona RP, на таких вот проектах, в 2013-16 году я участвовал в коптах, это было достаточно весело, вот. И решил это повторить в GTA 5. Но я это хотел еще сделать и в мае, потом летом, потом в декабре еще в Виоленцах. И вот сейчас я вступил как бы в Блац. Ну как сейчас, уже очень давно я вступил в Блац, еще перед Новым годом, вот. И решил пойти на копты, ну вернее попросил, чтобы меня взяли, а то могли меня не взять, типа коп состав, вся херня. Но меня Пашка Пейт взял, спасибо, как бы, и всем Блацам. Я знаю, все посмотрят точно этот ролик, так что вам большой-большой привет. Вот, и мы пошли на копты. А если вы игрок с Smotr Rage и не знаете, что это такое, это как бы война за территорию. Если вы откроете карту, вы там увидите куча кружочков разноцветных. Вот эти кружочки разноцветные, они принадлежат каким-то фамилиям, каким-то кланам. Вот. Каждый клан обязательно в неделю должен отыграть 5 коптов. Если они не отыграют, им дадут выговор, 3 выговора, клан расформ. Как бы обязательно нужно капты играть, вот. И поэтому каждый день, буквально с 4 по МСК вроде, до 9 по МСК происходят капты. Вы можете спросить, ну и что эта территория дает? Ну, эта территория дает 350 тысяч рублей в бан каждой территории каждый день. То есть в одной банде может быть 6 территорий, и она просто лутает себе бабки на изи. Конечно, да, на это нужно потратиться, потому что добавляется износ оружия, тратятся патроны, но если вы состоите в кап-составе, то вам будут выдавать деньги за то, что вы захватили какую-то территорию, если вы не захватили. Если вы не захватили, то вы вот и все. Короче говоря, кап, сейчас будут ставки, ну плюс-минус самые угарные моменты, конечно, не получилось то, что я хотел, ор, безумие на поле боя, там, чтобы орали, кричали, транзисторы за ролики вот этого микрофона, шипело, там, пердело, не получилось, но я думаю, что-то интересное получилось, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, и мы начинаем. А нормально приоделся вообще? Блин, я не знаю, что-то... Не, нормально, у него красная шапка и красные штаны. Ну и красная думаю, подсветка. И кроссовки, да-да-да, все нормально. У меня есть это, Деда Мороза красная кофта. Одеть? О, да, одевай. Давай. Знаешь, капсимся. Один справа, другой слева, я вам такой... Итак, сегодня мы... Привет, друг. Привет. Знаешь, такой... Нормально? Да-да-да, вот так. Такой, всем привет, сегодня мы на копте, бля. 6 АФК, я понял. Закапчись. Просто неплохой кап. Короче, видос, я так понимаю, будет уже завтра. А может и нет. У вас кап начинается? Да. Давайте, ребята, хорошего вам капта, а я пошел за водкой. Записываешь? Да. Ну, видео, да? Ну да. Привет, Фережа. Доставай оружие, доставай дорогу, да. А, только это, еще тоже, Немо Теримсу, как бы, у нас видеоролик, он, блядь, всё рестрелил, блядь, меня сбили, вот тут, короче, отыгрываешь, смотри. Ага. О, блядь. Сать. Хорош. Шестая. Один есть. Только смотри, тоже, типа, поаккуратнее, блядь, вот. А чё за тера? Блядь, перезаряжаюсь. Там двое на музыке. Так, сейчас я буду залетать на кап. Бля, голову дал. Сука, убили. Ебаный в рот, меня, блядь, скин убивает. Ну, ты там, стой пока. Пил. У вас двое. Ай-яй-яй-яй. Снял одного. Хорош. Убил. Возле меня вот здесь. Леон, выходи, стреляй по нему. Не снял. Слышишь, Паш, тут аккуратно, там, смотри, чтобы не поджать. А вон. Смотри, пиши. А, все, да, вижу. Блять, снайперку здесь бы стать, я вообще идеал. Минус, без башки. Один обходит близко, прям. Да, отойдите. Снял? Один без башки, да, там на заправке бегает. Я убегаю. Отойдите, блять, у нас еще... Уходи, да. Что он делает? Убейте его.
сколько у него Эван, ЧП? Че, его Эван, не иди. Эван, отойди, Эван. Да пи***, сколько у него ХП, ебал. Ебать, ты воин, отходи давай. Чтобы вы понимали, насколько это эпичный момент был. Эван, не иди. Эван, отойди, Эван. Да пи***, сколько у него ХП, ебал. Ты воин, отходи давай. Вижу. Пацаны, убейте, дайте 1-2 килла и уходите. Убил. Хорош. Территория захвачена. Ну все. Красава. А мне даже карабин не понадобился. Ну мам. Обмены, я коллаж лутал, там типа бегал, у него выпал компакт. Ну что, второй раз пикаем, 15 человек. Едем на каптик. Я такой просто, это капец. Так, откат надо писать, да? Минус. Минус. Блять, патроны. Минус. Я раздаю вообще. Он бежит. За угол забежал. Где ты прячешься? Найс, у меня чуть не вылетел. Минус. Гранату бы сейчас. Упал, отжался. Вообще не попал. Это какой-то ноль, вот этот ноль о, вообще странный. Добей там справа за мусоркой, лоу. Там пушит слева, мужики. Слева сейчас выйдет. Минус. А вот уже прям близко. За стенкой. Спасибо, кто по мне стрелял. Сорян, по своим урон не проходит. А, да? Ну ладно. Тридцать пять, это такое. Было бы нас больше с самого начала. Было бы нормально. Блять. Минус. Бочку бейте, он прям открытую стоит. Сейчас. Да, не достреливаю. Я его ХП. Тебе косой. Это пи***ц. Это пи***ц. Разбийник. А, я лежу. А. Не, что ты делаешь? Чего, блядь? Добивай, хорош. Бочки двое. Спасибо. Чё, хасер, смотрю, купил, интернет не купил? Или чё, я понять не могу? Заспавил ты меня сверху. Всё, мы серьёзные люди. А если ты ещё молча? У него жук майский, походу. Он для меня закрыт. Сосед, да, это жук майский. Бля, очень много было, сейчас вообще никого. Нас? Только не подпушивайте, да. Не подпушивайте, Еван побежал. Да. Вон он, между зданиями. А, их двое, да, забей. Не, он щитом играет. СТХ аккуратно, очень лоу. Убил. Бля, добил чисто моего лоу. Блять! Один патрон, я понял. Стоп, это, а кто красным? А, какой-то Закир Таджик его убил только что. Закир Таджик за нас тут. Минус. Хорош. Я Таджика убил. Я отхожу. Да ты с него вроде что-то выбил, слышишь? Я? А, кто-то стоит. Нет, STX. Да, у него что-то типа Mac 10 из 90-х. Ему дёрнуло лохи. Чётко. Всё, идём. Всё, найс. Всё, красавцы. Начался захват администраторов. Срочно двигайтесь на территорию. Всё, сейчас умираем и летим. А чё, мясо будет? А они, кстати, без мясо фармы, будет, да? Да даже админы. Там у него ХП. Просто было бы прикольно. Кустах. А, возле дороги. Вил. Боже, таксисты... Кифи слева не будет. А, не... А, понимаю. Ты видел, да? Да. Смоки ходил, карабины собирал, да, перед коптом. Ты вообще башню...
Пошел в жопу. Бля, ты такой капец. А, все? А. Все, на. Ну, что-то как-то херово, по-моему. Ну, так, под конец мы что-то начали сливаться. Так они начали как-то играть вообще, что это? А чё мне там писал угар? Муки, а чё это, бля? Откуда? Где вы их видите, да, реально? Живи, у меня стамина. А, нет, это столб забей. По кому? Восьмерка тоже не взрывается, я понял. Наконец-то. А, это не я добил. А где, откуда по мне тулей? Взорвалась! Минус. А кто-то мне застил этот фраг-то вообще. Обидно. Я! Это крыса. Не, типа. Вон бежит. Вижу еще, вижу еще. Убил. А где? Что значит красные кони ебать? Убил? У тебя Эвен, у тебя контрол. Охуеть. Я без контрола бегаю. Калёнка. Как жает эта стамина? Я на мопеде. Не вижу. Ты чё? Уйди, уйди, слезь! Ты дурак! Забрал. Убирай! Пед дрестает. Тёмыч. А, не Тёмыч. Почти добил. Жесть, я теперь такую доминацию чувствую, пи***ц. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Вот такие вот капты вышли. Бюджет этого ролика составлял около 200 тысяч рублей. Кому не жалко, скиньтесь. Ссылочка в описании. Пиши комментарии, как тебе капты. Отмечайся, если ты был в этом ролике. Будет очень интересно почитать. Нажми на лайкос. Давайте, если этот ролик соберет 60 лайков, то мы сделаем, ну, попытаемся сделать реально угарные капты. Прям веселые, отвечаю. Так что давай, 60 лайков и новый ролик по каптам. Также нажимай на красную кнопку подписаться, обязательно делай ее серой. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.